Всем здравствуйте, здравствуйте, друзья. Сегодня ко мне приехали новые питомцы. Вот такой вот баночки они приехали. Сейчас я пересадила их. Вот такой вот контейнер, но я не дома пока. Дома буду только вечером. И тогда уже сделаю вентиляцию. Вот этот контейнер на 0,95. Сделаю вентиляцию, а также добавлю им мох сюда. Покушать дам, пока вот временно листики дала. И тут кусочек перчика. Кальция нет, поэтому все будет вечером. Это у меня архахатина эктерика. И малыши родились 8-9 мая. Они еще маленькие. Им нет месяца. Вот такие вот 4 малыша. Вот 2 малыша я оставляю себе, а двоих буду продавать. Ну, когда они подрастут, не раньше, чем в месяц, в 2 где-то я их буду продавать. Ну, скорее всего, наверное, 9 июля я их буду продавать в 2 месяца. То есть 2 малыша пока есть.